Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хочу вас познакомить с традиционным национальным иорданским блюдом мансаф. Итак, друзья, здесь у меня 2 килограмма баранины, ребрышки, мякоть. Сейчас это все перекладываем в кастрюльку, заливаем водой и ставим. Так, баранина у нас закипела. Сейчас я уберу вот ненужную пенку. И мы добавим специи сюда. Сейчас мы к мясу добавим 1 луковицу, порезанную кубиком. Чеснок, лавровый лист, черный перец, все наши специи. Посыпаем к мясу. Посолить по вкусу. Перемешаем и накрываем крышкой, убавляем огонь и ставим варить где-то на 2 часа. Итак, тем временем, пока у нас варится наша баранина, мы сварим рис. Здесь у меня 3 стакана риса. Если вам много 3 стакана, используйте 2. Для этого блюда берется круглый рис. Итак, 3 стакана хорошо промытого риса. Засыпаем в кастрюльку. Посолить. Немного добавить куркумы. Я люблю желтенький красивый цвет. Перемешаем. И зальем горячей водой. На 1 стакан риса 1,5 стакана воды. Включаем огонь. И немножко добавим растительного масла. Достаточно. Помешаем. Накрываем крышкой. И варим до готовности. А сейчас мы приступаем к самому главному. К приготовлению соуса. Значит, для этого нам понадобится джамит. Вот. У меня в бутылочке остался джамит. Как раз на 1 раз хватит. Джамит – это ферментированный йогурт, который делается из бараньего или козьего молока. Если в вашей стране не продают джамит, то вы можете заменить его на кефир или классический йогурт без добавок. Также нам понадобится лябан, которые продают у нас уже специально для мансаф, для этого блюда. Здесь у меня 2 литра. Если вы берете 2 стакана риса, то вам, конечно, можно взять меньше. Сейчас я лябан перелью в кастрюльку. Вот я перелила лябан в кастрюльку. Включаем огонь. Добавляем сюда джамит. И теперь нам остается все время помешивать, не отходить от соуса до закипания. Очень важно, чтобы соус не свернулся. Итак, друзья, наш соус закипел. Сейчас я добавлю сюда немного куркумы и буду выкладывать сюда мясо. Сейчас мы проварим мясо 15 минут. Мешать уже не надо, уже не свернется. И крышкой накрывать тоже не стоит. А теперь мы будем собирать наше блюдо. На большое блюдо выстилаем наш лаваш. Слегка смочим его соусом. И будем выкладывать на лаваш рис. Вот такая красота. Вот такой желтенький рис. Сейчас сверху будем выкладывать мясо. Вот так вот. По центру мясо. Теперь немножко польем соусом. И украсим жареными орешками и зеленью. И все, будем подавать к столу. Всем приятного аппетита! Не забудьте подписаться на мой канал!